Пойдем. Пойдем, что делать? Пришли. Как ты говоришь, МС, Сия Руси, супер-супер рэп-звезда. Да. Легко. Да, вообще. Смотри, прям. У меня есть... Офигенская камера. Повтори. МС Всея Руси, супер-супер рэп-звезда. Еще разочек. Зацепил потолок оператор, прикинь. Надо было пониже ростом оператора брать. Что, да? Блядь, пацаны, давайте соберемся, прямой эфир все-таки. Да. Ты что, нам рассказываешь? Ты сам никаких условий нам не поставил, сказал, видите, все как хотите. Мы изобразили. Да какие, я тебе серьезно говорю. А я что? МС Всея Руси, супер-супер звезда. Рэп-звезда. Гек, пожалуйста, вот, располагайтесь. Смотри, самое главное, о чем я вам говорил, друзья. Пожалуйста. Все клипы, которые вы видели в интернете, я делаю на эту камеру. Сам. Я сам делаю, сам снимаю, продакшн. Монтирую. ДСП. Делай сам продакшн. Понял? Ты не понтуйся так. Привет. Чересчур. Не, просто я правду говорю. Ну, сам. Ну, все. Нормально. Не, она как бы нормально. Я спокойно. Затянул уже. Так вот. $100. Я вам делаю клип прямо здесь сейчас снимаю. В смысле, $100? Ты нам еще $100 и клип? Нет, с вас. $100? Ну, с еще, да. Где бы ты снял бы клип за $100? Нет. В Москве. Да ты что, о чем ты говоришь? В Бутово. Да не, о чем ты говоришь? Тебе клип надо снять, что ли? Вам же надо снять клип, я так понимаю. Чего вы пришли? Снимай, что? Какие баксы, братан? А что, я за бесплатно, что ли, буду здесь ишачить? Не. Смотри, камера как профессиональная. Кто вам снимет? Знаешь, сколько аренда камеры стоит? Я еще не знаю, что это камера. И почему ты так и машешь так перед лицом? Потому что я профессионал, я знаю ракурс. А, да? Вот, например, вот смотри, откиньтесь. А работы вот мне, откиньтесь. Покажи мне. Вот откиньтесь, сейчас я все покажу. Вот. Откиньтесь. В смысле, откиньтесь, что это? На спинку, откиньтесь на спинку, сейчас все будет нормально. Вот смотри, я сейчас вам картинку покажу нормально. Фотографировать. О чем? Вам это не нужно, вы будете отвлекаться, вы должны смотреть на объектив. Смотри. Оба! Пошла. Подожди, а что за песня будет? Медленная? Смотри, он... А смотри, например. Смотри, меня даже мама так не разводит, как он только сейчас. Вот, смотри, песня, например, пошла. Смотри, вот сделайте. Оба, вот так вот. Оба. У тебя-то кассета там хоть есть? Вы сидите, все есть у меня, все заряжено, да. Угу. Я тебе говорю. Аккумулятор стоит на месте? Все стоит. Ага. У меня все картинку стоит. Картинку покажи мне. Я покажу сейчас вам. Картинку. Надо снять же сначала. Что снять-то тебе надо сначала? Оба, вот так вот сделай. Может, все сняли? Тут у меня цепь висела вот такая большая. Твой охранник при входе сказал снять. Я ее снял. Золото, между прочим. Что он курил сегодня? Чего? Какие-то жесткие. Что я тебе сейчас, я тебе отдельно расскажу, что я курил. Там просто долгая история. Мы будем снимать или нет, ты мне скажи. А мы снимаем, что мы делаем. Пошел и... музон, например, да? Да? Вот да. Первая сценка. Вы сидите, типа, базарите, да, и под биточек качаете. То есть такой не напряжный, не вы напряжный, это же не напряжная песня. Не, песня такая, на самом деле. Кто как? И что там? Опа, типа. И. Ага. Что там? Вот так. А ты сильнее так головой. Оба. А ты ему вот так вот втуляешь, типа. Ему. Да, оба. Вот так. А ты слушай, типа, о, соглашайся. О! Вот это я понимаю. Нормальная тема такая. Я сейчас картинку вам покажу. Не, ну я так уже делал. Офигеть. Неинтересно. Кого? Давай, вот он, короче, вверх ногами будет висеть вот здесь, вот сюда. Угу. А я, короче, буду сидеть и ему рассказывать. Не-не. А рот у меня будет связан скотчем. Я знаю. Сейчас новая тема, модная, индийская. Давай. Индийская тема. Давай. Чай? Нужны? Нет, нужны в клипе. А-а-а. Сейчас чай сделаю. Да. Движение. Чем больше движения... А потом накладываются на движение спецэффекты. Ага. Понимаешь, вот если бы ты сейчас сидел с сигарой, это... например. Да, сигары, движение, это же хип-хоп, да. Ты должен сидеть с сигарой такой. Ага. Оба. И рассказывать ему, да. Здесь на коленах телочки. Но раз такой темы нет, значит будем делать ближе к народу. Но. Да. Я много кому индийская должен. Индийская тема. Будем да. Делаем все на движениях, танцы. А, да. Понял? Да. Оба. Специальная техника. Вот так делаешь. Новая школа. Чувственные пальчики пошли. Ава, ава. Я так делать не буду. Ава. Как это? Вот как ты сейчас. Почему? Не знаю, мне не нравится как-то вот это пальчики. Давай, вот. Ты сделай, я сниму. Какая-то. Сделай, я сниму вот и покажу. Пальчики тебе. Вот так сделай. Да, вот становись. Но я уже сделал, ты не успел. Нет, это ж надо стоя делать. Стоя. И вдвоем синхрон пошел. Ава, ава. И склон еще с нас за это $100. Ава, прикинь. Ава. Его возьмем 200. Ава, 200 ава. Мало. У него больше есть. Поверьте мне. Все. Потому что я профессионал. Как тебе можно верить? Я клипмейкер. Я тебе вижу. А не кто-нибудь. Третий понимаешь? Раз в жизни. Как я могу тебе поверить? Правильно. Ты убеди меня. Потом будешь каждый день ко мне убеди ходить, меня, клипы снимать. Что тебе это вот прям так вот дается легко и получается потом, замечательно. Естественно. Да? Что, да. Ну, покажи работы какие-нибудь, покажи, что там у тебя. Сейчас, вот давай, пусть хорошо. Поработает. Там давай, футбол смотри, сейчас, кстати, сейчас, идет. Давай, где пульт? Надо сейчас посмотреть, да, обязательно.
И Формула-1 потом. Тут типа клип пошел такой, чу-чу-чу-чу, мы посмотрели. На дурака, прикинь, клип пошел, темный экран. Да-да, он нас за лохов принимает каких-то. Че ты нам впариваешь эту камеру? Че? Ну и как? Давай, ты не, ну, ты посмотрел? Снимаем клип, да? Ну, все, ну, нормально. Да. Ну все, заедешь. Хорошо, как бы ты хотел, заедешь ко мне в понедельник? Не, как бы ты хотел, чтобы это выглядело? Давай, нам нужно обсудить, на нужно студию. Знать. Понимаешь, мы к тебе пришли, тут надо... Это что-то серьезный какой-то разговор, сразу начал камеру нам предлагать. Зачем? Я не предлагаю, я говорю, на что я буду снимать. На что это профессиональное будешь... оборудование. Тебе деньги нужны. Профессиональное оборудование, профессиональная работа. Да. HD. Не, ну кассету можно купить, что фигня. Хай, да. Ну и даже можно и аккумулятор купить, тоже фигня. В принципе. Аккумулятор купим. Ну еще пару камер возьмем, у меня тоже Ладно. Есть. Маза. Че, все, не будем снимать, угомай. Давай поиграем. Я готов поиграть, да, что делать надо вообще сначала, скажи. Короче, я показываю тебе слово. Так. Пантомима. В смысле показываю? А, ну да. А ты фристайлом угадываешь, что это такое. А что ты взял, что я умею фристайлить? Я знаю, что ты умеешь фристайлить. Я по глазам вижу. Да. Ты же MC всея Руси. Супер рэп-звезда. Ну. Да. И что, супер рэп-звезда не умеет фристайлить? Я не поверю никому. Умеет, да, да. Ну и все, поехали. Че, прям едем? Быстро. Музыку. Я не подготовил. Я не подготовил. Он опять меня развел. Я не подготовил, я не успел. Сейчас я бит поставлю. И, наверное, с крупняка начнем или как? В смысле, с крупника? Да, с крупника начнем! Нам нужен, ну. Ты готов? Опа! Типа, что, может, ты, чтобы ты был может, готов? Может, ты поднимешься? Е-е-е-е! Валяй, валяй! Поднимай, поднимай! А, направляй! Ты что это, как его, робот? А? Я робот? Ты загадал? Я молодец! А это что у тебя такое, базука? Зачем ты взял такую большую штуку в руки? А, хочешь кого-то выстрелить и в кого-то попасть? А, тебе нужна власть, я понял. Так ты алчный, ты злой, а, тебя убили. Нет, это просто в эфире, это заставка. Тут сейчас будет жарко, да. Потом ты снимаешь майку, а там... Нет, не угадал, я вообще не о том думаю, да? О чем надо читать? И надо глаз вытаскивать и выбрасывать, да. Вырви глаз. Это горчица. Я горчицу люблю. Я не хотел бы вот от такой штуки огорчиться. Может, накатить тебе справой или включиться? Я. Что такое с тобой приключилось? Что ты мне показываешь? Я тебя убью? Ты это загадал? Ты хочешь меня убить? А, ты хочешь мотоцикл и на нем поехать порулить, да? Меня с собой возьмешь? А, ты терминатор. О, ништяк. О, правильный фарватер. Терминатор. Давай еще раз, Марчан, загадай. Да полегче что-нибудь загадай-то. Я в настоящем живу, ты мне настоящие вещи какие-нибудь загадывай. О чем? Загадал, нет? Ага. Ништяк, уже наблюдаю какой-то момент. Достал какой-то пакет, я взял его и смял. Блин, я ничего не угадал. А, это была книжка. Книжка, да не в ней видать суть. Ага. Там что-то надо глубже, походу, копнуть. Я об этом говорил сегодня Вася. Его ништяк колбасит. Я на него... Не будем об этом, да. И положить куда-то в шкафчик. И, короче, из книжки это знание. Или что это, я не пойму. Внимание мое рассеяно. Я весеннее. Не о том думаю, видать. Ага. Что это, какой-то... Что ты мне все показываешь, какую-то пошлятину. Я куда ты ее там спрятал? Что ты спрятал? Что это такое? Что ты загадал? Ага. А, пульт взял, пульт от телевизора. Я пульт от телевизора. Так, его, значит, что, куда? А, вот такая дыра, там, значит, спираль, а тут мораль. Опа. Да, я не понимаю, что это такое. Блины, ты жаришь блины. При чем тут это? А, диск. Компакт-диск. DVD, я а, там. DVD. Я разговаривать умеешь, а что притворялся? Папа, дай жвачку. Дай жвачку, папа. Папа, дай жвачку. Дай жвачку, папа. Папа, дай жвачку. Дай жвачку, папа. История из жизни русского хип-хапа. В детстве я зарядку не любил, так и говорил. Не люблю зарядку, докуривая пятку. Папа кожаным ремнем меня по попе бил. Думал, стану человеком, а я стал геком. Время не стоит на месте, прошло лет 200. Заряжаюсь через батл по утрам в подъезде. Пару строчек накидают для угарной песни. Кепка, кеды, самокат, ты таюху в сад. Мимо дома, народ, реклама, наша мама. Наводит марафет на работу в ванна. Я включаю комп, вхожу в контакт. Там АКК-47, русский автомат. Нагана, гуф, клик-клак, гуф, пруф. Битва за респект, чего там только нет. Читая ваши письма, пишу ответы. Какое мое любимое время года? Лето, кто мой любимый поэт? Александр Пушкин, чем я занимаюсь сейчас? Жарю плюшки, какие планы? Хит по распорядку. Выключаю комп, пишу в свою тетрадку.
папа, дай жвачку. Дай жвачку, папа, папа, дай жвачку. Дай жвачку, папа, папа, дай жвачку. Дай жвачку, папа. История из жизни русского хип-хапа. Сигареты, кепка, кеды, вышел из подъезда. Водку кушать вредно, но иногда полезно. Для чего МС микрофон всем известно? Чтобы сделать мир пресный, интересней. Африка, Америка, Азия, Европа. Хорошо, где нас нет, мне здесь неплохо. Рэп-звезда везде найдет, чем себя убить. Дракса, секс и рок-н-ролл не остановить. Папа, дай жвачку, дай жвачку, папа. Папа, дай жвачку, дай жвачку, папа. Папа, дай жвачку, дай жвачку, папа. История из жизни русского хип-хопа. Папа, дай жвачку, дай жвачку, папа. Папа, дай жвачку, дай жвачку, папа. Папа, дай жвачку, дай жвачку, папа. Е-е, прикинь, ходит за тобой вот русского с утра до вечера. Пап-пап, пап-пап-пап-пап-пап-пап. Дай жвачку, дай-дай-дай. Вот ходит, прикинь, каждый день. Ну и что это сделать? Да-да-да, что я сделал? Ты не дашь жвачку. Что? То, что я сделал, это я вообще натворил дел. Да, вообще жизнь. Не беритесь таких, как я, пример. Никогда. Я очень плохой. Да, начинаю разговаривать по финансам. А, ну так я уже, да. Я об этом, собственно, мы об этом-то и... Я вообще не понимаю. С самого начала. А я не понимаю. А что, финансовая часть. Вот так. Смотри, вот видишь, время-то идет. Часик, так. Тикают, да, тикают часики. Да. И мы что? Тут приехали, напрягались, потели там. Я даже там ножкой вот так сделал, вот, ручкой так вот. Так. Понимаешь, да, там слова какие-то бы даже придумал, рассказал, прикинь. И... Все тебе, вот, что тебе хорошо и что было. Тебе? Ну, и надо компенсировать. Конечно, не компенсировать, она просто... Ну, ты понимаешь же, конечно, нужно все решить. Мы бы, по-моему, наоборот разговаривали. Наоборот разговаривали? Мы наоборот разговаривали наоборот, что я снимаю вам клип, но не платите мне деньги. А, подожди, какие деньги? Подожди, вот финансовая часть. Смотри, сейчас у нас клип, разговор о финансовой части. Ты отказался же его снимать. Как я? Это у тебя штучка. Вы отказались? Так, не, подожди. Пошли вон! Ты мне зубы не заговаривай. Да, не, мы пойдем, конечно, вместе сейчас и решим, да? Вопрос этот. А кто там говорит? Денежный. Да. Ты меня давай, не заливай, я уже давно живу, я все эти приколы знаю. Ты знаешь, доставай. Не, ну можно не так много, но как бы... Ты знаешь, посольте. Что творится посольте. У звезды русского хип-хапа в карманах? Сия Руси. Угу. Сия Руси. А с чего ты взял, что ты это он? Что там творится? А что, разве нет? Ну потому что я считаю, что это я. Прикинь. Хорошо, что творится у звезды? Так, я тебе сейчас покажу. Так, у тебя... Вот у меня нет. У меня вот... Разговор окончен. У меня, например, все, пожалуйста, много до свидания. Есть. Всякие разные, что? Да. До свидания, что? Что? Поставь на место, пошел вон. Не, подожди, я кофточку забыл. Пошел вон отсюда. Да. Знаешь, как в токийском метро делают? Не звони мне больше. Знаешь, как в токийском метро делают? Не звони мне больше, никогда. Никогда. Никогда нам не звоните. Да. Мы в обиде. Дай жвачку, папа, дай жвачку, папа. Ты молодец, русского хип-хопа. Всем привет, это YG, мы представляем хип-хоп здесь сейчас. Сегодня вы увидите живое выступление чекиста и YG в проекте Fit. Респект большой Чену, респект большой каналу. Спасибо, что вы делаете такое хорошее дело, как продвигаете хип-хоп в такие нелегкие годы. Майк Чен, йоу. Дороги в золоте, прогулочки на холоде, здоровый сон, выпивка, суета в городе, тропинки в парке и свежий воздух с леса радует глаз, обливая кровью сердце. Жизнь как на перемотке, машины, шмотки, дилеры, мобилы, весь этот век короткий. Утром один, к вечеру с компанией, бухло, тёлки, бухло, как по расписанию. Порой уставший, интересуешься у старших, как жить дальше и почему так страшно. Зачем вообще по жизни вторая половина, зачем вообще семья, если и так все мило. Тусовки в клубах, высокий уровень дохода, любовь к приходу и все, что нам диктует мода. Это обман, свойственный всему народу. Если не знаешь брода, лучше не суйся в воду. И только так здесь, и только здесь так. Отстроен микрофон, бас правильным брасом. Не для спроса, но пользуемся, летаем, не ползаем. Смысл нам дала сама жизнь. Два варианта на выбор, это стандартный кит. Разделены мы как экран, все равно вместе идти. Моя команда, мой хит, делай круче. Эвакуатор для всего старого. Новый тариф бесплатно, золото коту, чтобы отправить всех туда же по желанию собственному. Миф развеялся, сплит скрутился, как от холода. Московский стиль, выстоять не уступить, отдать последние загадки всегда простые. Так, чтобы в так надо сердце открыть. Во мне нет места, чтобы пустоту вместить. Все каждый день вынужден видеть зло. Вот кому-то точно не повезло. Вооружен мыслью, словом, поддержкой мировых желающих жить мирно. Районов сажали бы лучше деревья, чем людей. Зали
листья. И только так здесь, и только здесь так. И только так здесь, и только здесь так. И только так здесь, и только здесь так. И только так, и так, и так, и так. Когда рассвет наполняет комнату теплом, я радуюсь тому, что мы с ней вдвоем. И город пока не поглотил нас головой. Мы дышим полной грудью, с грузом за спиной. У нас на всех одна любовь, одна дружба. И не бывает такого, что кто-то тут не нужен. Нас воспитала перестройка и Голливуд. И мы прекрасно знаем, как депутаты жгут. Потерянные в Лене, не сбитые от слез колени. Все это факты стандартных проявлений. Привыкли врать сами себе, так проще верить. Хотели стать людьми, но оказались звери. Дети кирпичных стен и битого стекла, непознанной любви и грубые слегка. Каждый по-своему гений, немножечко герой. Один за всех и все за одного горой. Выкури, выключи, выслушай, замолчи, выучи, не выпрашивай, вытащи, вытерпи. Если не знаком, держись на вы, вылечи, а не лечи, выжги. Слезы вытри, высохнут, пора вырасти и вырастить. Выигрывать, выбивать, вы только о выгоде, вам значит проигрывать. Выпрямится время, вырваться из плена, выругаться, если достиг, не выпендриваться. Выбор сделан, вам не сделать вышкаленным, выше иной смысл на бумагу выписывал. Под вашу дуду не выплясывал, выбирал, но и сердце не выбрасывал. Чаще просто вынужден, всегда высказывал, разбил из рук, выскользнул. Вымолить прощение, счастье выстрадано, по стороной высокопарно. Меня выставить ошибка первая, ошибка первая. Выкури, выкури, выключи, выслушай, замолчи. Во-во-во, дуду. Выкури, выключи, выслушай, замолчи. Е-е-е.